Строительная площадка пока напоминает большой песчаный карьер, но именно на этом месте уже в конце 2015 года появится один из самых крупных на Вологодчине ледовых комплексов. Изначально его планировали возвести на вотчине Деда Мороза, но впоследствии от этой идеи отказались и перенесли строительство в городскую черту, чтобы спортивный объект был доступен в первую очередь для самих устюжан. Ходом и качеством работ подрядчика глава региона остался доволен и напомнил, что этот комплекс находится под контролем министра спорта Виталия Мутко. Срывы графика просто недопустимы. Следующая остановка на Советском проспекте. На нем находится большинство социальных и культурных учреждений города. В последнее время местные жители все чаще жаловались на неудовлетворительное состояние улицы. Реконструируем эту дорогу, Советский проспект. Это центральная улица нашего города, самая красивая улица, бывшая Успенская. Работу мы начали, но наших финансовых возможностей не совсем хватает. Олег Кувшинников предложил продолжить работу совместными усилиями. Уже в октябре этого года область готова выделить из регионального дорожного фонда дополнительно больше 2,5 миллиона рублей на ремонт проезжей части. А вот обустройством тротуаров необходимо заняться уже городским властям. Совместными усилиями в Великомустюге уже не первый год решают, пожалуй, самую острую проблему – подтопление жилых районов во время весеннего паводка. Наводнения в Великомустюге случаются с завидной регулярностью. Самое крупное в новейшей истории произошло в 1998 году, когда затопленной оказалась почти половина города. В 2005, 2010 и 2012 годах большая вода вновь вплотную подступила к Устюгу. Но тогда больше всего пострадала вот эта центральная городская набережная. Во время половодья ледяные глыбы под большим давлением с каждым разом все сильнее разрушали берег. Еще немного, и под угрозой разрушения могли оказаться многочисленные памятники архитектуры, которые располагаются прямо на набережной. Поэтому еще в 2008 году было принято решение, в том числе и на федеральном уровне, об укреплении береговой линии. На сегодняшний день работа завершена почти наполовину, но увиденным в Рио губернатора уже остался недоволен. Нету ни пешеходных дорожек, нет ни благоустройства, ни пешеходной набережной, ничего. Великий Устюг – город, который достоин иметь современную, красивую набережную. Поэтому, если мы делаем берегу укрепления, то одновременно мы должны делать благоустройство и пешеходную набережную для жителей и гостей города. И уже на градостроительном совете глава региона местным властям поставил конкретную задачу. Все работы на набережной должны быть завершены к 1 сентября 2015 года. Строительство этих сооружений пока только в планах. Речь идет о возведении защитных дамб вокруг Устюга и Красавина. По мнению специалистов, эти объекты смогут на 100% защитить города от большой воды. По дноуглубительным работам на местных реках Сухона и Юг вопрос уже решен. В следующем году, после 15-летнего перерыва, они будут возобновлены. Причем эта мера не только увеличит проходимость ледохода весной, но и нормализует паромное сообщение между городом и рядом заречных населенных пунктов в период навигации. Также на градостроительном совете было принято решение о переоборудовании здания одного из пустующих детских домов в детский сад на 140 мест, об открытии многофункционального центра и возведении спортивного комплекса, прежде всего для туристов, на вотчине Деда Мороза. Перерезать красные ленточки на этих объектах планируется в течение ближайших полутора лет. Евгений Осколков, Алексей Романов из Великого Устюга, специально для программы «Новости Вологды».